Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня мне пришла очередная посылочка с AliExpress, очень долгожданная. Очень большие задержки с приходом посылки. Меняют какие-то программы. И посылка наконец-то до меня дошла. А пришел мне пинпоинтер. Сейчас быстренько вскрою и вам покажу его. Заказал две штуки. Вот один сегодня пришел, а второй посмотрел, придет только в понедельник. Заказывал разных цветов. GP Pointer. Сейчас они в Китае очень сильно подешевели. И можно без проблем их заказывать. Такая комплектация, идет тренчик, кобура и инструкция на данный прибор. Сейчас они, друзья, в Китае по $15-16. Я считаю, это очень дешево. Можно заказывать по несколько штук, и даже если он и быстро сломается, то за такие деньги не жалко. Если сравнивать, сколько стоят оригинальные, то за цену оригинального можно купить, наверное, десяток вот таких вот GP Pointer'ов. Берем батарейку типа крона, вставляем и проверяем данный пин. Что интересно, каждый пин под своим индивидуальным номером. GP Pointer, металл детектор. Ну, сейчас включим и проверим. Есть фонарик. Есть вибро. В столе у меня металлические такие салазки для раздвижения. Он даже их видит. Включается, выключается без проблем. И сейчас посмотрим расстояние, как он будет брать. 5 копеек. Ну, друзья, 3 сантиметра, 4 сантиметра. 4 сантиметра спокойно видит. Чем ближе подносим монету, меняется звук. А здесь примерно с торца видит на 2 сантиметра. Довольно неплохой приборчик за свои деньги, друзья. Маленькую цель. 2 копейки ранних советов. 3,5, 4 сантиметра также видит. 1 копеечку формата Николая II. Начинает видеть с 3,5 сантиметров. Считаю, довольно хорошая вещь. Раньше я заказывал китайские пинпоинтеры, но они были одни из первых, немного другой формы. Полсезона, сезон отрабатывали, и потом приходилось их менять. А здесь все-таки конструкция более надежная, довольно хороший крепкий пластик. Удобная кнопка, тренчик, сразу можно прикреплять на пояс, и вы не потеряете свой пин. И кобура, которая крепится на ремень.
Можно заказывать также на AliExpress специальные сумки набедренные, в которые можно прятать этот пин. Я думаю, как лично по мне, что с бедра все-таки удобней доставать пин, чем с ремня с пояса. Но все равно вещь порадовала. Цена $15. Доставка была около 40 дней. Но это из-за проблем на таможне. Я в начале видео говорил, что сейчас меняют какие-то программы. И немного была задержка. В понедельник придет еще один пин, только другого цвета. Проверим и сравним вместе с этим. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!